Казатомпрома. Важнейшая компания, важный актив страны. Там работают разные совместные предприятия, и некоторые свои обязательства не выполняют. Надо заставить выполнять в интересах Казахстана. Мы самые крупные производители в мире урана, и мы стремимся создать и обогащение, и полный цикл. Что в этом плане делается? По вашему поручению в целом сейчас проводится программа трансформации Казатомпрома, которая включает в себя и создание полного цикла, это диверсификация в целом бизнеса Казатомпрома и повышение эффективности производства. Также мы занимаемся изменением вот той маркетинговой политики с учетом того, что мы сегодня являемся лидером по предоставлению урана на рынке. Соответственно, мы можем на самом деле вот в этом отношении несколько изменить свою маркетинговую политику. И эффективность. И эффективность улучшить.